Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Ravenfield. Ну, я, правда, и до этого в нее играл. Там есть у меня где-то прохождение. Но теперь уже все официально, ребята. Я купил в Стиме, тут официальные сервера. Так что самое время проверить, что здесь изменилось. Чего добавили, чего убрали. И пошло ли ей все это на пользу. Так, компания у нас не выбирается, возьмем тогда просто матч. Так, страна, непонятно тут, что такое player team. И я так понимаю, тут будет боты, да? 50 ботов. Ну, насколько я помню, здесь уже можно будет с людьми играть. Давайте я возьму, наверное, снайперку. Так, вот она. Ну что, давайте, наверное, поиграем, посмотрим. Так, у нас у каждого по одной точке. Так, что-то зависло все, да? Ага, появились. Ну что, ребята, как настроение, нормально? Не хотите провздеться? Так, я смотрю, танкист уже там поехал. А тут вертолет влетает. Интересно, чей, наш или вражеский? Вражеский, похоже, или наш. Ну, это меня как-то мало волнует. Я бегу туда, куда бегут и все. Кого вы тут палите, ребята? Я не пойму. Так, там уже мои на лодочке поплыли. Слушайте, а по графике она изменилась, ребята, и причем довольно круто. Посмотрите, людишки уже выглядят на людей похожими, а не какие-то тут квадратики бегают. Так, что только на пользу. Трава уже реальная такая, камни, все как бы хорошо, на уровне, в общем, одним словом. Сейчас мы посмотрим. Так, где стрельба, не пойму. Слушайте, ребят, что-то на ботов они не похожи. Я когда играл в бета-версию Ravenfield, там боты тупили по-черному, а здесь смотрите-ка. Может быть, это все-таки не боты, а люди? Непонятно. Смотрите, стоят за пулеметами, все как полагается. Так, что тут у нас? Ага, зенитная установка. Ну-кася, кто это, наши, не наши, не пойму, летают на вертолете. По-моему, это враг, если не ошибаюсь. Блин, а у меня дальше выше не поднимается. Дай-ка... Воу-воу-воу-воу! Как это так круто нас размочарили, а? Ребят, смотрите, мы уже 4 точки захватили. И осталась всего одна единственная. И причем мы по счету ведем. 82-48, отлично. Так, это какого фига тут враги делают? Дайте-ка я... Ой-ой-ой-ой, плохо, ребята, смотрите. Очень близко наводится винтовка. И офигенную чувствительность не могу попасть... Как говорится, в цель. Найти-то нам, я не могу понять. Эй. Ага, вон они стоят. Да ё-моё, да пока тут прицел. Ух ты, ты смотри, что творит. Ты смотри, что творит собака, а. Нет, так, ребят, дело не пойдет. Давайте посмотрим вот этот Игл 76-й. Что это вообще такое? Стоит, сидит, смотри, блин. Ядрить его на корень. Это вообще, по-моему, дробовик. Ядрёна вошь, это же для средней дистанции. Выбрал тоже мне винтовку. Ладно, не будем отчаиваться, побежали дальше. Так, смотри, о, молодцы, ребятушки, подбили этого гаденыша. Только встань, только встань. На, урод. На еще, блин. Понравилось? Я знаю, что понравилось. Так, а что у нас здесь? Танк, танк, ага, взорвали. Круть, круть, ребятушки. Так, лежат, отдыхают. Надо спрятаться нафиг, там уже обстрел идет. А может быть наверх вообще забежать, а? Успеем? Нет, ребят, давайте попробуем. Ни хрена не попробуем. Да кто палит-то не... Воу, давайте-ка я за вот этот пулемет сяду. И буду прикрывать, если что. Как сесть-то за него? Все, ребята, позабывал. Все кнопки. Не сигналь ты там. Ё-моё, F, по-моему, или E. Черт, не помню, не могу взять. Да какого фига ты уклоняешься? Это R-перезарядка, все понятно. Ладно, хрен с ним. Интересно, если я прыгну, разобьюсь, нет? Ладно, не будем прыгать. В общем, базу мы держим здесь. И это хорошо. И по счету мы ведем. Но врагов пока не вижу. Вижу, что кто-то по мне стреляет, но где? Не вижу врагов. Ага, вон они, вон они. Да куда мне с моим дробовиком тут только и пулякать?
открывать, потому что они всегда подбегут. И я их встречу свинцом, как говорится. Чего-то не хотят, не хотят. Блин, опять. Вау, 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 кто-то выпрыгнул. Давай-ка его добьем-ка. На, блин. Ага. Да, дострелялся. Не, ребят, давайте я заменю эту пушку. Мне не нравится этот игл. И возьмем, наверное, снайперку опять взять, а? Так, где мы тут начинаем? Отсюда, ясно. Продолжаем наш поход за захват территории. Все везде в краске залеплено, да? Красное, синее, разноцветное. Ну что вы стоите? Давайте на машине так. А как на машину-то сесть? Ё-моё, я все позабывал. Надо вспоминать. Так, вертолет. Чей вертолет? Не вижу ни хрена. Воу-воу-воу-воу! Нормально. Я должен встать, ребята. Меня только отпустили, где пушка? Ёлки-палки, в руках не было. Лежит, лежит, гадёныш. Отлично, хоть выжил и то. Ладушки. Вертолет, по-моему, вражеский все-таки летает. Да. Меня еще и шибанули, я даже не понял, как. И когда. Когда я... Воу-воу-воу-воу! Тихо, тихо, тихо! Нет, ребят, тут, по-моему, снайперкой мне делать нечего. Что там за... Да иди, я даже не могу... Блин. Ну, правильно, конечно. Не, ребят, подождите минутку. Я сейчас разыграюсь, и будет все нормально. Они захватили всю эту точку у нас. Я не могу здесь появиться. Так, ладно, давайте вперед. Где кто? Все горит, мелькает, стреляет. Я ж как будто попал в Перл-Харбор в какой-то. Так. Высадка в Нормандию. О, воу-воу-воу-воу-воу-воу! Танк тут дуло на меня развел. Тихо, тихо, не буянь. Блин, ребята, а чем танк подбивать? Ну-ка, давайте. Давайте вокруг вот здесь вот. Не, ну стрелять в него бесполезно, это однозначно. Черт подери! Давайте отбегать, отбегать, отбегать! Только бы не пальнул. Он все-таки пальнул, засранец, а? Но не убил. Вот так вот. Вот так вот, буржуй, будешь знать. Слушайте, если честно сказать, то не похоже, что это боты. Больно все как-то тут спланировано у них. По-моему, это все-таки реальные люди играют. Тихо! Кто там опять? Где? Что? Не вижу ни хрена, блин. Покажись, коли не трус. Но, видимо, трус они все. Ладно, ребята, давайте побежали наверх. Что у нас тут происходит? Так, этот стоит за пулеметом. Нормально, братуха. Так, синие выиграли. Ясно. Только что-то не заканчивается, но сбой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты куда? Куда бежишь-то, братишка? Погоди, блин, ну... Отлично. И добивочный. Вот так вот. Прям в сраку. Нормально. Даже два патрона не жалко для такого гада. Ну что, пойдемте пробежимся еще раз наверх. Ё-моё, неплохо у нас отрыв идет, ребята. Довольно-таки неплохо. А здесь чистое поле. Никого не вижу. Вертолет наш. Сразу видно там. Воу-воу-воу-воу-воу! Я даже не успел ничего сделать. Да и, честно говоря, с этой метухой ничего не делаешь. Так, давайте попробуем с АК-47. Это все-таки наш автомат калашников, так что с ним-то у нас должно... вон они, гады! А где прицел? Где прицел? Ядрите его на корень! На ощупь я должен стрелять, что ли? Так, давайте посмотрим теперь вот этот сигнал. Что это за минутка такая? Смотрите, как нас тут разобрали лихо. О, вроде ничего. С прицелом самое то, что надо. Так, вот они. Ну, давай, иди сюда. Ё-моё, отлично. Добиваем, потому что эти упыри любят потом вставать. Ну, здесь хоть цель есть у этой винтовки. Так что все пучком у нас, ребята. Ёпрасоте, ага. Кто-то там умница кинул гранату. 602 против 342. Ведем. Ну, где? Опять вертолет, а? И всегда, как только слышишь этот звук, думаешь, чей, вражеский или наш? Если вражеский, то очень плохо. Он начинает снарядами ложить десятками. О-о-о-о-о-о-о! Танк ядрит его на корень. Это плохо, ребята, потому что против танка нужны либо базука, либо там фаус снаряд. Но у меня его нету. Я его не взял просто-напросто с собой. Куда он там уехал?
Ага, он объезжает, гад. Где-то здесь должен выехать будет. Надо подняться повыше. Сесть, может, за пулемет. А, он уже занят. Ясно. И опять вертолет. Ладно, я побегу в чистое поле, ребята. Здесь хочу немножко проверить, откуда они вообще здесь бегут. Так, идем по кровавым следам. Синий, красный. Так, это синий вертолет, значит наш. Даже два наших. Вау, смотрите, там их база. Точнее, она сейчас будет, ребята, наша. На-ка, выкуси. Зергут. Какого ли... А, подбили. Понял, я думал, что-то там синенькие разлетались. Я тебе сейчас помахаю там, блин. Черт, очень большая отдача у этой винтовки, ребята. Очень большая. Вот и поплатился я за это. Так, что тут у нас? Пистолет с глушителем. Ясно. Так, гранаты. Возьмем такую. Так, что еще тут у нас есть? Аптечка, припасы, починка. Не знаю, что это за граната. И давайте еще ручную возьмем одну. Так, ну вроде бы отлично, поехали. Так, гранатка, если что. О, да я даже ничего не успел сделать, блин. По-моему, жив, ребята, жив я. Так, отбегаем, отбегаем, отбегаем. На-ка. Вот это я понимаю, вот это дело. Ха, хотел встать. Ребята, молодцы, вас только глушило, я видел. Так что у нас все под контролем пока. Отрыв у нас неплохой. Надо так и держать дальше. Что-то затишье, мне это не нравится, ребята. Тишина какая-то. Смотрите, мои все стоят на постах. Отлично. Все за пулеметами. Молодцы. Куда тут идти? Так, этот побежал наверх. Давайте-ка за ним сбегаем, проконтролируем. На худой конец прикроем его, если что. Ведь знает, куда бежать, а? Смотри-ка. Ну, о чем я, ребята, и говорил, видели, да? Графически здесь, вот они. Графически людишки стали здесь выглядеть намного лучше, чем в ранней бета-версии. Ёп! Нет, 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 что это такое? Это что такое? Да встав... Хорош, ну ты же не паучок у меня, елки-палки, куда ты пополз? Встанешь? Встанешь, потому что на тебе броник, я видел. И это хорошо. Так, ну ладно. А напарничка, я так понял, шибанули. Наглухо. Видно, ему повезло меньше. Так, а что это мы такое собираем? Звук, как будто мы где-то собираем какие-то монетки. Ну, денег здесь так, таковых нету. Так, опять вертолет летит. Здесь зачищено все, да? База наша, отлично. Вертолет, по-моему, тоже наш летит. Так, там какой-то трактор у нас стоит. Танк взорвали. Что там? Синий, что-то не пойму. Игл. Короче, что-то связано с пляжем было написано. Ума не приложу, куда здесь надо сбегать, а, чтобы их увидеть. Давайте-ка вот сюда в домик забежим. Встанем за пулемет. О, братишка, привет. Ты не против, если я здесь постою вместе с тобой, а? Дай-ка... Не дает. Не дает. Смотри-ка, вцепился крепенько за него и держится. Ладно, короче, братишка, ты будешь здесь прикрывать, а я, если что, буду тебя сзади. Окей? Ну, короче, он согласился. Интересно, а в трактор можно сесть? Нет? Это можно, в принципе, проверить. В окно выпрыгнуть нельзя. А ну-ка. Нет, трактор здесь, походу, дело просто для красоты. Ладно, давайте посмотрим здесь в окрестностях, что у нас. Во-во-во-во, вон они! Где мой пулеметчик там? Так, давай-ка сбегаем к нему. Стоит там, стоит, стоит. Да куда ж ты дуло-то отвернула? Вон они по... Где они тут? Уже их нет почему-то. Слышь, сынок, прикрывай вон вот эту территорию. Ты меня понял? Не смотри на меня. Или он спит? Он, по-моему, уснул. Какого лешего он бросил пост? Так, ладно, все, буду забрать свои руки. Ну, где эти ухмылки? Вылазьте. Я готов вас встретить. Вон они. Ага, понеслась, родная. А куда это у меня патроны-то куда летят? Вы посмотрите, я целюсь в них. А патроны у меня летят, блин, чуть ли не в метре двух от головы их. Ладно, давайте тогда так встретим. Будут появляться здесь?
нет? Должны же стопудово прийти сюда. Потому что не пропалили, откуда я стреляю. Ёлки-палки, на 500 очей мы ведем, даже на 600. Неплохо оторвались. Да давай ты вставай. Так, вон ползет, гаденыш, я вижу тебя. Никуда не денешься. Не, ребят, что-то здесь. Вот, все-таки повалил я его. Если, конечно, это я был. Так, ох ты, ё-моё, а кто? Как? Ведь никого не было же. Так, красные вернули себе пляж. Фигня какая-то получилась, ребят. Я не понял даже, кто меня подбил. Ладно, мы с этим разберемся немножечко попозже. Что, опять побежим наверх? Займем пост. Так, в принципе, если мы захватили эту территорию, нам, по большому счету, надо бежать и захватывать все... Ой-ой-ой-ой, тихо. Давайте этих гаденышей. Вот так вот, ага. Там уже и взорвал кто-то меня. Вот, чтоб не буяли. Так, синяя, а какого лешего вы свои же палите? Вот дурачье, а. Взял две ракеты в наших же, запустил. Тут, по-моему, чисто, да? Уже корешок тут сидит за пулеметом. Ладно, стой, я тебе мешать не буду. Что засуетились? Что тут за суета, ребята? Блин, вот как всегда, вот когда ты ждешь их, опять он уснул за пулеметом. А, стой давай! Вот так вот. Всегда приходится контролировать всех. Ну что, я даже не знаю, мне, наверное, стоит идти все-таки туда. Потому что на одном месте стоять ты их никогда не дождешься. Надо как-то двигаться, продвигаться, захватывать новые точки. Так, давайте сюда и побежим наверх. Где, в принципе, они в то время и выбегали. Я думаю, что где-то здесь недалеко у них базеночка должна быть. Я вот просто нутром чувствую. Ну-ка, давайте-ка сюда побежим за эти построечки. Так, чистое поле. Пока никого не вижу, но слышу стрельбу. Тихо, давайте посмотрим. Так, и здесь наша территория. Замечательно. Где же враги тогда? Враги... О, тихо. Я не могу понять, кто там строчит, пуляет, но не могу найти ни одного врага. Врага. Какая малина. Даже тени тут есть от нас. Это хорошо. Давайте, ребята, сбегаем вот вдоль побережья, посмотрим. Островок-то, в принципе, должен быть небольшим, насколько я помню. И рано или поздно мы куда-то должны будем прибежать, блин. Так, пока здесь все тихо, спокойно. Главное не упасть в море с этого обрыва. Так, все отлично. Пробегаем далее. Тут тоже все спокойно, никого нету. А где, интересно, здесь они берут лодки, а? Я что-то не видел пока ни одной. Так, тихо, ребята. Куда-то мы прибежали. Так, здесь скалы, мне не забраться на них, да? Нет, не получится. Блин, придется спрыгивать. Главное не разбиться при падении. Чья это территория? Нифига непонятно. Ну, кровища здесь много, значит, была бойня. Так, давайте посмотрим. Так. Синий, красный, все за форт там деремся, да? Тихо, кто-то едет, где-то слышу звук. И походу дело танк. Так, давайте побежим. Точно танк, блин. Где мои гранаты? На, гаденыш, получи. Что ты там выпрыгнул, блин? Все, его там расстреляли стопудово. Не-не, ребята, спокойно. Это я так просто киданул, не подумавши. Так, давай, бери. И стой здесь, покрывай. Этот побежал у нас в дом. Тихо, вот гаденыш. Но умница, тот все-таки положил с пулемета его. Не зря он за него схватился. Нет, я не могу понять. Тут обычно всегда были такие замесы, что мама не горюй, а здесь что-то тишина. Где они все бегают? Ума не приложу. Так, вижу одного. Да нет, тут взвод идет. Давай. Строчи. Блин, отдача офигенная у этого.
автомата, что очень плохо целится. Оу, мой там полетел. Подорвали его к ядрине фени. Так, вижу, еще кто-то бежит. Елки-палки, ребята, они наступают по ходу дела. Давайте-ка спрячемся и будем отстреливаться. Один есть. Где-то второй, вот он, второй. Да ляг ты уже, ё-моё, все лежит. Молодец, отдохни, малёха. Так, с этим разобрались вроде бы. Так, подмога прибежала. Беги, беги, смертник, беги. Так, кто-то палит по тебе, вон он. Давай, 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 давай. Рэй, не подводи. За кустиками спрячешься? Нет, лучше за эти. На машине поехал, молодец. Дави их там. Вот так, вот прям в башню. Черт побери, не, надо будет винтовку сменить, ребята, потом. Она вроде бы неплохая, с прицелом, но отдача большая, слишком сильно сбивается на цел. Давай, иди сюда, лежать. Ух ты, сколько их там, а? Так, отлично. Вообще шикарно, ну-ка этого еще. Вот так. Ах ты гад, этот. Вот, надо будет контрольными всегда их добивать, потому что рано или поздно они могут встать, если не добить. Продвигаемся, малыши, продвигаемся. Так, что у нас здесь? А как они, интересно, могли отсюда идти, если наши стоят вдоль дороги? Неужели с моря приплыли, а? Тут наша территория, они не могли пройти. Очень интересно. Откуда поляк-то, а? Черт подери. Где-то здесь кто-то должен быть. Но ни хрена не вижу, только слышу выстрелы. Давай, 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 капиташа, давай, беги быстрее, блин. Блин, не, серьезно, что-то такое собираем, деньги, что ли? О, слышали звук? Как будто монетки, вот, когда в играх собираешь, такой же точно звук. Ну и где? Ну и кто? Так, опять танк. Где они танки-то умудряются брать, а? Я еще ни одного не видел спокойно стоящего танка, который можно взять и захватить. Вау, это целая база тут у них. Давай, давай, отлично, этих разбомбили. Так, мой танк здесь стоит. А вот и вражеский. Ёлки-палки, он в меня целится. В меня же, гад. Нет, переключился. Ну-ка, давайте-ка ему фугасику. На. Блин, по-моему, не попал, мимо вообще. Ну-ка, еще одну. У-у, там еще и джип едет. Так. Этих надо бомбануть в лю... Во, сами врезались и сами повылетали. Отлично. Два танка. Почему оба взлетели, непонятно. Чувак с машины скатапультировал. Да, замечательно было. Ну что, мы, главное, эту точку отстояли. И это хорошо, ребят. Я вот не знаю, стоит ли брать эту машину и ехать на ней куда-то. Или просто будем здесь тупо стоять и отбиваться, обороняться точнее. Только от кого, пока опять же не вижу. А, нет, вижу, гаденыш мелкого. А, иди сюда. Опять. Блин, дурацкий ствол. Все, вроде бы. О, а откуда эти уроды взялись? Нифига, прямо из ниоткуда проявились, а? Ребят, вы... Нет, так нечестно. Слег гнида. Так, я появился на этой контрольной точке, да, по-моему, или нет? Ну, если они не захватили флаг, я должен появляться с ближайшей базы. А я, по-моему, появился хрен знает где. Чуть ли не, не на самой первой. Ладно, давайте посмотрим тогда, что здесь и как. Как у нас обстоят дела. Вон, вижу, вижу, вижу гадов. Ну-ка, давай, иди сюда. Атя, отлично. Так, следующий. Да сдохни ты уже. Да как так-то? Ну, да почему? Не, ну на самом деле, ну и винтовка. Блин, патроны кончились, перезаряжаемся. Хорош там по-моему строчить. Упырь. Блин, смылся. Ну, я его догоню, ребята. Можете в этом не сомневаться. Сейчас я его должен настигнуть. Где-то он здесь прыгнул. Ага, вот они. Да, конечно, конечно. О, все-таки я его вздрючил. Так, у нас какой отрыв? Ребята, почти на 1000 мы оторвались. Почти. А счет тут до какого идет? До победного?
А победный когда будет счет? 2000-3000 фрагов. Что-то я, кстати, не посмотрел. Ну, времени у нас здесь нет, безлимитка стоит. Так, я слышу, опять едет танк где-то. Опа, моего сзади снесло. Вот они, гады. Сейчас мне тут кирдык будет, ребята. Так, перепрыгиваем. Где он тут? Я его... Е-мое, не вижу. Так, вот он. Он тут не один, блин. Ё-моё, я что, разбился, что ли? Сейчас добьет, гад. Смотри, сейчас добьет. Хотя еще не... Вот так. Да. Дорадовался, блин. Какого лешего этот сзади-то появился, а? Его там не должно было быть. Так, ребят, я что такое? Территория-то наша, почему я не могу здесь появиться? Какого лешего? Территория наша, почему я не могу здесь воскреситься? Хм. Ладно, давайте, наверное, может быть, я не знаю, возьмем другую тогда точку. Какую-нибудь вот, например, вот эту вот. Там наши нехило крутится, между прочим. Практически все силы здесь. От кого обороняемся, ребята? От красных? Красножопых? Где они? Покажите мне. Я пришел их покарать всех. До единого. Так, у нас снайпер там, смотрю. И все с прицелами. Воу-воу-воу, как это так? Отлично. Откуда они появляются? Просто из ниоткуда. Не было, не было, и на тебе. Здравствуйте, приехали. Кого стреляешь-то? Ага, вижу. Хотят вертолет, что ли, взять, гады? Ну, как-нибудь в другой раз, ребятушки. Да! Что ты будешь делать-то? Так, давайте менять винтовку. Я не могу, она меня раздражает, если честно. Давайте-ка, наверное, снайпер возьмем. Попробуем еще разок. Не выгорит, так не выгорит. Но для дальней дистанции это будет самое то. Так, и пока здесь никого не вижу. Чисто все. В кого вы там все бомбите? А-а-а, танк уже стоит. Отлично, подорвали. Молодцы, малорики, просто красавчики. Как? Да кто мог меня... Блин, неужели свои? По-моему, здесь свои не убивают. Так, ладно, давайте возьмем другую. Вот, наверное, вот эту вот. Посмотрим, что это у нас за винтовочка. Ох ты! Шикарный нацел, ребята. Так, дайте мне теперь ее испробовать только. Где враги? Ух, приближает нормально так. Надо будет еще посмотреть потом по отдаче, как она. И если все отлично, я, наверное, ее оставлю. Блин, я не могу поставить обратно. Где мой ствол? Да это все было, понятно. А где пушка-то моя? Ё-моё, я ее не выкинул. Вот, вот она, все, нашел. Так, бежит, бежит, вот вижу сопляка. Ох ты, шикарно, это что-то не пойму. Полуснайперка. О, шикарно, ребята. Да уйди ты отсюда, не мешай мне. Вы просто посмотрите, как она, и никакой отдачи нету. Я, наверное, оставлю вот эту винтовочку себе, ребята, и буду бегать чисто с ней. Да, побегал. Что ты мне аптечку там бросаешь, ё-моё, когда я уже сдох, блин? Аптекарь хренов. Так, появляюсь где? По-моему, здесь, да? Ага, отлично. Бегут они там внизу у меня где-то. Вот они, голубчики. Так, это враг, враг, надо его... Подбил вроде, да? Отлично. Вон там еще, по-моему, бегут. Ладно. Может быть, на тачку сесть? Да опять танк! На-ка, выпусти, гад. Переборщил немножко. Еще на одну. Всего две гранаты, ребята, я могу снизить. И одну вот эту. Я так не пойму, что это за фугас такой. Малоэффективный, блин. Бомбанул. Ладно, все. Ого, ребята, мы потеряли преимущество, между прочим, я вам скажу. У нас уже одна база, а у них четыре. Вам не кажется это чересчур, а? Мне так еще очень сильно кажется, поэтому пора включить режим командос. Это, ребята, был режим фуфлянец. Я перепутал немножко. Так, тихо, тихо. Отлично. Так, давай, 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 иди. С обрезом там идет, елки-палки. Но зато валит всех. Причем, ну-ка, лежать. Лежать, гнида, вроде все, окончательно помер.
кого вы там все тащите? Ага, вот они. Так, они в домике, блин. На, добивочный. Так, встаешь там? Нет, не встанешь. Ну, вроде бы все нормально, да? Здесь как бы чисто получается. Куда бежим далее? Так, все, все под контролем, ребята. Я врубаю режим Супер Командос. Бежим. Куда они бегут-то, там не могу понять. Так. Три точки. А, две точки уже. Блин. Три точки у них, две у нас. Ты там не сигналь, давай едь. Рассигналился. Так, вертолет. Непонятно чей. Не вижу. Не вижу я, кто там за ним сидел. Но, скорее всего, вражеский. Потому что мой сидел за зениткой и, походу, дело его подбил. Так, синие отвоевали пляж. Ага. И остался. А что остался, ребята? Наши точки все. Все пять точек наши. Что еще надо-то им, а? Блин, опять они отобрали одну. Да что ж такое-то? Так, кто там? Кто там? Где? Я не могу понять. Ты посмотри, какой маразматыш, а? Так, ладно. Давайте-ка. Сейчас мы... Блин, если бы не отвлекся бы я, я бы... Тихо! Куда ты флаг поднимаешь? Какого дерева, блин? Я уж не знаю, что сказать, блин. Оборзели вообще в корень, блин. Давайте, наверное, вот здесь появимся. Там вроде бы наших как бы побольше, поэтому... Ну и чё? Почему? Вот, все отлично. Так, надо будет потом, ребята, попробовать уже командный режим. Хотя я не знаю, я играю с ботами или нет. Тихо, вот идет. Давайте. Вот так вот. Великолепно. Лежит, лежит. Кто там встречает? Ага, еще вижу одного. Где-то за камушками прячется. Вон он, лежит. Иди сюда. Вот так, отлично. И еще один. Да ну нафиг, да пошел ты в задницу. Че творит, а? И крадется. Вот бы сейчас бы. Ах, ладно. Ребята, я просто сейчас немножко туплю. Рука еще не набита. Давно я не играл в шутеры. Так что на целом у меня тут не айс. Ну, можно немножко поиграть, и все будет стабильно. Давай, где-то здесь. Ой-ой-ой, тихо. Давай, так. Так, этого мы замочили. Так, еще один там должен быть. Я чувствую утром. Вот он. Блин, промахнулся. Давай. Да какого лешего-то опять меня кто-то шибанул? И непонятно, причем откуда. Сколько вас тут, а? Ну, все вылазите, а? Где? Ребята, я иду на помощь. Ага, машина, давай. Вот так, отлично, перевернули их. Тихо, куда побежал-то? Да ну нафиг, да пошел ты! Так, вставай, отлично. Отлично, выжил все-таки. Ё-моё, кто-то бомбит, видимо, танк. Да? Или я ошибаюсь? Там только башня отлетела от танка. Так, осталось две базенки у них. Мы на 600 очков, ребята, отстаем всего лишь. Точнее, они от нас на 600 очков. На 600 убийств. Поэтому нам нельзя терять преимущество. Ни в коем случае. Так, тихо, чего там бегаешь-то? А кто? Чё? Я даже не понял. Как так-то? Как получилось-то, блин? Обалдеть можно просто-напросто, да? Невидимые какие-то боты меня бомбят, блин. Так, вот тут вижу, когда. Ну-ка. О, йо, тихо! Да, смотрите, у него там... Блин, ну почему секундой раньше нельзя было его взорвать? А? Я выжил. Не нафиг. Хорошо, никто не убил. В башне. И я где-то вообще с пляжа начинаю. Да как? Кто, блин? Ну кто мог, блин, меня сейчас тут шибануть? Вау, там, смотри, машина перевернулась. Все повылетали. И вниз летят. Так, одна база осталась. Всего лишь одна база. Иди сюда. Так, куда он тут убежал, а? Вон он, вылез. Так. Так, его кто-то подбил. Но не я. Будет вставать, нет? Наверное, готов окончательно. Так, они разбежались. Значит, здесь все чисто, по идее, да? Ну, я все-таки здесь постою для контроля.
маленько. Вертолет летит. Вау, опять так, да какого? Ух, ё-моё, надо сматываться, сматываться. Давайте потихонечку отсюда будем. Выйдет, нет кто? Давайте отсюда выйдем. Давай, вот они бегут, 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 бегут. И высовываться-то сильно нельзя, ребята, иначе зашибут нафиг. На-ка, выкусите. Еще одна. Вроде бы должно помочь было. А танк, танк уехал куда-то, да? Так оно и есть. Ё-моё, они захватили там базу, ребята. Надо бежать туда. И забирать флаг. Не-не-не! Ё-моё, ну я видел, видел прекрасно, что едет машина, но ничего не смог сделать, потому что ничего не успел, в принципе. Начинаем с нашей базы. И всего, опять же, две базы у них. Бежим тогда в этом направлении. Вот, вот они, уродцы. Чё там палишь-то, а? На. Оп, тихо. Не видят пока. А, ты не успел. Так, а этого, это куда он там, блин, он за этим, за забором бегает. Тихо, вот он убегает сейчас. Боюсь, тихо. На тебе. Перелет, по-моему, нафиг. Да где, блин, где пулемет мой? Такой-то. Ё-моё, ну прям как немцы, смотри. Прям как немцы нападают, а? Идут, блин, винтовки на изготовке и все так далее и тому подобное, да? Ладно. Они думают, что я им спущу с рук. Как бы не так. Дайте-ка. Да ну нафиг, опять танк едет, сейчас больно. Да, тут, ребята, против танка, конечно, никаких шансов вообще нету. Там-то что за баржа в море потонувшая, интересно. Так, ладно. Так у нас будет, ребята, проходить вечно. Мы захватим, а они отвоюют. Кто-то их там палит. Так, вот он, гаденыш один, там прячется за танком, да? Нет, по-моему, уже сдох. Давай, иди сюда! Вот так вот. И добивочно нафиг. Встает, что ли? Тьфу ты! Ядрить тебя налево, блин. Сколько, интересно, я за игру уже раз погибал, а? Раз. Да ядрить тебя на... Нет, нет, выживай, 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 братишка. Отлично, хотел сказать. Но какой-то уродец меня добил. Вон они все, сверху тут ползут. Опять у них три базенки, а? Так, давайте бежим в этом направлении. Это... Да, да какого лешего? Где мои все? Я не понимаю, блин, когда тут куча врагов, они где-то вообще в другом месте тусуются. Смотрите, идут, да? Друг на друга смотрят, любуются. Че ты там машешь рукой? Кривоногий, блин. Ты должен палить по ним, а не идти с ним. Так, тихо, спрячемся, ребята, здесь за машину. На тебе. Отлично. Враг, враг, ребята, вертолет вражеский. Все мимо у меня пролетает. Черт, упырь, а. Ладно, зато флаг хотя бы. Да опять этот танк, да что ты будешь делать-то, а? Ё-моё, ну это по мне танк звезданул. Судя по разрыву. Смотрите, ага, значит, когда на танке стоишь возле флага, ты тоже его забираешь. Ясно. Будем это знать. Я думал, что только человечки должны подходить к нему. Давайте гранату. Так, ну... Поздно, но не беда. Главное, что подбили. Так, вон еще один бежит там. Так, давайте на изготовку. Вот так. Не подбил нифига, блин. Да слегте... Вот так, отлично. И этого добивать надо. О! А это встрет, куда нафиг? Лежать, блин. Замечательно. Но я, по-моему, больше раз погиб, чем убил врагов. Давайте сюда поднимемся маленько. Посмотрим, что у нас. Ага, вижу. Вижу гаденыша. Да ну нафиг, с какого соскользнул-то? Да блин. На, корявый. Отлично, еще один бежит. Так, идем. Это что тут? Прям вот так вот. Я же знаю прекрасно, что они живые, блин. Надо было каждому всадить по патрончику, чтобы они уже не встали. Так, ну что, тут вроде бы тишина, да? Ага, тишина, блин. На тебе, блин, с фаусом стоит, а, с гранатометом.
Да ну блин, да какого лешего? Я же в него практически два патрона засандалил, он выжил. А этот едет, как всегда, после того, как тут уже труп один. И далеко, походу, не уехал. Перевернулся там. Идиотус. Кусок металла. Так, ладно, бежим. Посмотрим здесь, как говорится, эту контрольную точку. Там у нас тоже база. И чья она? Все горит, там горит. Ага, вертолет. Это база наша, замечательно. И все равно мы проигрываем, ребята, по базам. У нас две, у них три. Так дело не пойдет. Давайте-ка поднимемся повыше. Так, это я помню. Это у нас практически начало, откуда мы начинали. Так, чистое поле, никого нету. Ага, флаг. Надо его захватить. Тихо, 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 тихо. Блин, запалил, гад. Ну, где он там? Сейчас стопудово откуда-нибудь. На всякий случай. Вдруг где-нибудь рядом. Ага, вон он, внизу. На-ка, выкуси, урод. И на опережение тебе. Так. Встает? О, уже не встанет. Вообще беззвучная штука. Ребят, видели? Эй. Оп. И спатеньки лег. А там-то кто у нас стоит? Вроде никого нету. О, да откуда? Ребята, вы видели? Их не было только что. Вот я даже ствол менял. Никого там не было. Откуда их тут как муравьев-то наплодилось? Ё-моё, да ну нафиг. Не было никого. Взял ствол, поменял, блин. В объектив глянул и все. Их там уже десяток. Так, нафиг, гады. Всех будем убивать. Беспощадно. Иди сюда, задым. Танк еще, оказывается, целый стоял. Проглядел я, ребята, этот момент. Ладно, бывает, мой косяк. Так, ну что, что опять? Бежим. Надо отсюда, нафиг, убираться. Здесь база уже наша. Здесь, в принципе, делать нечего. Да откуда вы прете-то все, а? Все, лежат, нет? Нет, это... Отлично. Сразу двоих, да? Насквозь, как говорится. Все, лежат и добивают. Вот какого лешего, вот скажите мне, вы ходите кучей, блин. Вам достаточно будет снаряда от танка или, блин, с вертолета, когда вы все ляжете. Вот, например, как сейчас только что было, блин. Накаркал тоже, блин. Сейчас шибанет сюда. Не, это без... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Просто раздавил. Как букашку. Ну давай, два танка, ё-моё, ну тут вообще жесть. Два танка, ничего не сделаешь. Блин, надо взять этот гранатомет или что-нибудь такое. Но они уже достали, на самом деле. Да куда ты летишь-то? Так, ну хорошо, хоть забрали, блин, успели. Продвигаемся, малыши, продвигаемся. Так, что тут пуляешь, на? Ёлки-палки, да кто опять-то? Опять их тут целая рать. И танк еще, ё-моё, блин. Точно, блин, этот. Высадка в Нормандии. Такая же жесть там была, блин. Ни шагу не ступить, как по тебе уже 20 пулеметчиков строчит. Давай, давай, давай. Тихонечко, пойдем. Главное не напороться. Да кто там? А, вон они, вижу, вижу. Вот теперь я вижу. Да, сложился пополам, блин. Ух, блин, ладно, здесь у нас что? Кондор какой-то, нет. Это ладно, пускай так остается. Нужно поменять. Давайте возьмем, наверное, слэм, может быть, или дагер. Не знаю, давайте так. Слэм возьмем. Посмотрим, что это за фигня. Так, вон они идут. А, меня уже подбили. Понятно. Не успел появиться, блин. Ладно, продолжаем. Оу, ребята, а мы уже теряем преимущество. Они почти нас догнали по фрагам. Разница всего 400 очков. Так, слег этот паразит. Этот еще крадется там. Смотри-ка, спрятался, а? Должен где-то вылезти. Стопудняк.
Ну-ка, дай-ка я сейчас тебе прижучу. Блин, надо перезаряжаться по ходу дела, да, ребята? Ага, так оно и есть. Один снаряд всего у этой штуки. И перезарядка довольно долгая. Тихо, слышу, там где-то едем. Ё-моё, вон он стоит рядышком здесь. Давай ты, блин, перезаряжай. Да. Пока он перезарядит, пока выстрелит. Это еще хорошо, танк меня не видит. На-ка. Подбил же вроде, да? Горит, гаденыш, горит. Сейчас будем взраться, отлично. Ну, хоть есть в этой штуке толк. Но единственное, долго очень перезаряжается. Так, наверху, смотрю, бегут. Сейчас я по ним нет, не садану. Так вот. Куда-то мимо вообще. Молодцы, ребята, подбили все-таки. В 400 очков разница, это вообще мало. Так, по карте там замес, конечно, конкретный. Там еще и танк у них стоит. Не сигнали, я не поеду с тобой. Блин, все поле в красно-синих пятнах. Так, где кто здесь? Сейчас бомбану нафиг. Что там, машина, что ли, или мне кажется? Я ничего не пойму. Танк опять, ё-моё, да ж сколько... Лопухов грохнуть. На-ка. Да ну нафиг, да. Отлично, хорошо. А, ты пропалил меня и выстрелил. И прямо в башню. Все с точностью до миллиметра рассчитано. Давайте глянем, что за скальпель у нас. Что это за параж такая. Так, тут танк подбили. Ладно. Где они, где вы, подонки? Выходите давайте. Блин, заныкались за горами там. Как эти душманы, блин, и не выходят. Ну я, ребята, тоже не полезу на рожон. Буду сидеть здесь. Ага, вон они. Так, иди сюда. Отлично. Этот наверняка еще жив. Уже нет. Так, эти бегут у меня куда-то. Эти стоят на стреме, ладно. Так, там, смотрю, танк подбили. Опять же, непонятно чей. Ну я, причем, ребята, здесь не видел, чтобы наши ездили на танке. И еще такого не было, по-моему. Если честно, я бы сам с удовольствием полетал бы или на танке прокатился. Но, тихо, опять танк. Да откуда же они берут-то их, а? Давайте испробуем наш скальпель. Обалдеть, установка, конечно. Он должен сюда приехать. Стопудово ехал к флагу. Сейчас где-то здесь развернется и приедет. А тут я... Вот он! Давай. Как она тут действует-то? Как она действует? Да что такое-то? Ну вот, и... Отлично. Ё-моё, это что, надо ждать хрен знает сколько времени, пока... Пока она наведет цель, и потом еще только выстрелит? Да. На-ка, гадёныш. Нет, не попадаю. Так, ребят, давайте не суетитесь, а делайте что-нибудь. Так, вон они, гадёныши, лезут. Так, отлично, один есть. Второй. Присядем нафиг. Тихо, подальше. Бегут, бегут, сопряжуи. Сюда. На... Да чтоб тебя. Так, великолепно. Этот жив, стопудово летит. Значит, живой, давайте его. Точно встает, встает, реб... Все, больше он не встанет. Ну что, все, тишина? Нет, ни хрена не тишина. И опять же, у нас всего две базы. Так, этот строчит, молодец, умница. Держит контрольку. Ребят, да сколько же тут? Мы уже за 3000 перевалили. Игра все не заканчивается. Что не так, а? Как тут завершить игру, блин? По идее, я думал, знаете, 3000 это... О, вот это мой клиент, ну-ка. Да где прицел-то? Ядрите его на корень, а? Египетская сила, вот. Не врублюсь я. Так, какие мешки, блин? Куда ты выстрелил, идиот, блин? Пипец, ребята, ну это... Это просто жесть, блин. Лучше я возьму слэм. Он все-таки как-то... По крайней мере, ты видишь, куда стреляешь, и не надо ничего там ждать. Зарядил и... Живой, да? Я живой. Я живой. Я бегу.
Где этот урод, который меня подбил? Ну-ка, выходи. Вот он, наверное, стопудняк он. На-ка тебе. Паразит. Лежит. Так, кто тут сбоку бомбит еще, а? Вроде никого, чисто все. Так, ну ладно, база наша, по крайней мере. Нам надо ее охранять. Смотрите, ребята, у нас синяя полоска была до конца практически. Сейчас она уменьшается. Что за прикол? Да ну как не вовремя перезарядка? Я только нацелился ему в башню. Так, иди сюда. Вот так, отлично. Вот. Вот это уже называется... А этот-то какого лешего встал? Вроде... Как быстро у тебя заканчиваются боеприпасы, а? Так, что ты там машешь? Я помахаю сейчас. Ну ты, маш... В машине уже никого нет. Ребят, смотрите, неплохая позиция, да? Я как орешки щелкаю сейчас. Встает, гаденыш, встает, блин! Уже лежит. Так, и этого надо еще... Вот так, да кучи... Да чтоб тебя, ну! Спрятался, гад, да, типа? Блин, под перезарядкой-то... Надо добить, добить одного хотя бы. Да ну! Да что такое-то? Что за косорыльство? Так, ладно, надо бежать туда, наверное. Я не знаю, на опережение или как. Вон они бегут. Флаг. База типа их... Да. База их не я хотел. Надо было дать ему уйти и флаг захватить просто. А, их тут целая куча, смотрите. Рой появился опять. Опять из ниоткуда. Ладно. Сейчас меня откинут очень далеко, ребята. Там, смотрите, целая кипишня на той базе, куда сейчас направляется танк. Вот. Танк отмечается красненьким на карте. Ёлки-палки, всего в 100 очков разница, ребята. Нифига мы тут опрофанились. Начали так лихо, задорно. Опа, на... вот теперь я пропалил, что этот упырь сел на лодочку и поплыл. Понятно все. Ну чё, где там? Ё, я забыл, что надо перезаряжать. Лучше бы я этого не делал, а? На кой леший мне нужна была эта перезарядка, блин? Ну, что, ребят, давайте, давайте, давай. Ой, вылез, блин! По-моему, своего нечаянно грохнул. Ладно, бывает, прости. На, чтоб больше не вставал. Ну что, ну хотя бы три базы наши. Ладно, хорошо, хоть на этом спасибо, блин. И осталось у них две еще. Ладушки, побеж. Что-то как-то кровь-то проявляется постепенно. Так, один есть и... Да какого лешего? Нет, нет, вставай, 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 братишка, вставай. А, отлично, встал. Будем здесь его поджидать, наверное, или вот лучше с этой стороны. Не вижу ни хрена из этих кустарников. Ну-ка, где... О, как, кто, чё? От гранаты, видимо, ребята, от гранаты. В следующий раз надо будет посмотреть режим кампании или, по крайней мере, с реальными игроками, если я до сих пор с ними не играю. И посмотреть, как оно будет обстоять дело там. Потому что здесь я не могу понять, то ли это боты, то ли это действительно люди. Вроде бы как бы все очень хорошо тут и продуманно двигаются, как бы не подкопаться, если честно. Да, есть небольшие тупиковые ситуации, но в общей ситуации это выглядит довольно профессионально. И движение, и как они думают, и как захватывают. В общем, надо будет потом разобраться и с этими, с фрагами, и с ботами. И, надеюсь, русский язык здесь все-таки есть, поддерживает. Хотя я, честно говоря, не смотрел. Вот. Но это все мы посмотрим чуть-чуть попозже. Ну, а вы сами знаете прекрасно, ребята. Если вам игра понравилась и вы хотите смотреть дальше продолжение, ставьте палец вверх, комментируйте. И мы будем продолжать в нее играть. Если в компании есть какие-то определенные цели, то будем обязательно их проходить. Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков, ребята. Всем пока и удачи. We'll be right back.